Глубоко уважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее, потому что от того, как подготовлен врач, будет зависеть качество оказания медицинской помощи и безопасность медицинской помощи. Это обеспечит здоровье нашего населения, и если говорить так уже глобально, то в определенной мере обеспечивает и безопасность нашей страны. Традиционным партнером Российской медицинской академии прерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». И мы выражаем глубокую благодарность этой организации за поддержку. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, понимая, что все новое всегда вызывает опасения, трудности, заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Очередная суббота на сайте Сирано, на нашем любимом с вами образовательном портале. Сегодня мы снова будем говорить об аллергии. Мы говорим об этом все последние недели. И сегодня тему я предлагаю вам обсудить достаточно очевидную, но ту тему, в которой, несмотря на ее кажущуюся очевидность, есть очень много интересных вещей, понимание обсуждения которых, возможно, помогут вам лучше организовывать диетотерапию вот этой сложной категории детей с аллергией к белкам коровьего молока. Чего скрывать, я расскажу вам про новость в линейке НАН, я расскажу вам про новую смесь, которая у нас появилась для лечения аллергии, НАН-эксперт про антиаллергию, но прежде чем говорить о ней, давайте вообще поговорим о гидролизатах. И давайте поговорим о том, как можно вообще гидролизовать белки для того, чтобы в смеси получился белок расщепленный, гипоаллергенный. Здесь технологий очень много, есть очень простые технологии. Можно добавить кислоту или щелочь, белок будет гидролизоваться, то есть разрушаться. Но эти технологии не применяются для производства детских молочных смесей. Во-первых, потому что процесс кислотного или щелочного гидролиза контролировать очень сложно. Во-вторых, потому что в его процессе разрушаются необратимо аминокислоты, которые ребенку нужны. Ну и в-третьих, потому что в процессе такого гидролиза могут формироваться токсичные компоненты, которые совершенно нам в смеси не нужны. Поэтому во всех детских молочных смесях, которые предназначены для лечения аллергии белкам коровьего молока, используется ферментативный гидролиз с помощью ферментов, протеаз, которые являются специфичными, которые расщепляют белковые молекулы в том или ином ее участке. Все белковые ферменты, ферменты для расщепления белка, все протеазы можно разделить на две большие группы. Первая группа – это эндопептидазы. Это те ферменты, которые расщепляют линейную последовательность аминокислот белковой молекулы. Они разные, действуют по-разному. Они специфичны, потому что они режут цепочки аминокислотные между определенными аминокислотами. И они разрушают так называемые линейные эпитопы, то есть те фрагменты аллергенной белковой молекулы, которые располагаются на линейке последовательности аминокислот. А что касается конформационных эпитопов, которые располагаются на участках изгиба аминокислотных последовательностей, то их разрушают с помощью нагревания или денатурации. Вторая группа протеаз – это экзопептидазы. Это ферменты, которые отщепляют свободные аминокислоты с одного или с другого конца белковой молекулы. Если это карбоксипептидазы, они делают это с той стороны, где есть атом углерода. Если это аминопептидазы, они делают это с той стороны, где есть атом азота. Поэтому с точки зрения вот ферментативного гидролиза обычно используют две группы ферментов – и эндо, и экзопептидаз, для того, чтобы вместе они работали, а в итоге формировался тот или иной гидролизат. Здесь важно, конечно, не переборщить, потому что мы с вами чуть попозже об этом говорим, потому что если эндопептидаза подействовала один раз, то она высвобождает сразу два участка для работы экзопептидаз, то есть формируется два свободных окончания новой белковой молекулы. Я уже сказал, что разные ферменты работают с разной активностью, и есть не только ферменты животного происхождения, но есть, например, и ферменты растительного происхождения, папаин, бромелаин, и они гидролизуют или расщепляют белки с разной степенью интенсивности. Здесь мы с вами это видим, каким образом зависит степень гидролиза
белка от того, какой фермент на него воздействует, в течение какой длительности времени это происходит. Что касается степени гидролиза белка, вообще этот термин не столько медицинский, сколько химический. Его можно высчитывать формульным путем, и это не что иное, как процент связи между аминокислотами, которые разрушены в ходе гидролиза. И больше ничего. Пептидный степень гидролиза не имеет отношения к гипоаллергенности продукта, хотя изначально кажется, что чем выше степень гидролиза, тем, наверное, ниже остаточная аллергенность продукта. Это не совсем так, потому что степень гидролиза никаким образом не характеризует те фрагменты белковой молекулы, которые после этого гидролиза остаются. Можно разрушить 5 аминокислотных последовательностей условно, а можно разрушить 7, но 7 эти разрушить так, что в результате останутся большие куски белковой молекулы, что нам не очень нужно. Поэтому, если мы говорим о характеристике гидролизатов, то надо говорить о молекулярно-массовом распределении пептидов или пептидном профиле конечного продукта, а не столько о степени его гидролиза. Технологически тот гидролиз или расщепление белков, которые используются при создании детских молочных смесей, должен отвечать определенным требованиям. Во-первых, он должен быть управляемым. Мы не должны гидролизовать белок бесконечно, тем больше сделать это невозможно. А полный гидролиз недостижим. Мы не можем гидролизовать белки полностью. Всегда будут оставаться какие-то фрагменты. Единственный вариант, когда в смеси может не быть остаточных пептидов, это аминокислотная смесь. Но ее получают не способом гидролиза, их получают соединением или сборкой синтетических аминокислот, изолированных, собирают как конструктор. Перед ферментативным гидролизом белки практически всегда подвергают температурной обработке. Это нужно для того, чтобы, во-первых, разрушить те самые конформационные эпитопы, а во-вторых, высвободить те участки белковой молекулы, которые без температурной обработки могли бы быть просто недоступны для ферментов в третичной или четвертичной структуре белковой молекулы. Как я уже сказал, комбинируются разные ферменты. После гидролиза гидролизат могут нагревать снова, но это нужно не для того, чтобы дальше денатурировать белки, это нужно для того, чтобы инактивировать ферменты, использующиеся в процессе гидролиза, и таким образом получить готовый гидролизат, который в конце проходит ультрафильтрацию, цель которой удалить максимально возможно все оставшиеся достаточно большие участки пептидов. И здесь, конечно, важно соблюдать баланс. С одной стороны, гипоаллергенность должна соблюдаться, она должна быть достигнута до такого уровня, когда большинство детей с аллергией белкового коровьего молока будут максимально эффективно эту смесь переносить. Но, с другой стороны, должны все-таки учитываются органолептические свойства конечного продукта, потому что именно свободные аминокислоты, именно D3-квадрипептиды, те из них, которые уже не важны для аллергенности, но они очень серьезным образом могут влиять на органолептические свойства продукта, делая продукт очень горьким, делая неприятным его запах, и это, безусловно, будет накладывать очень серьезные сложности на введение такого продукта ребенку. Поэтому важно достигнуть нужной гипоаллергенности, но при этом перебор здесь тоже совершенно не нужен, потому что это не улучшает гипоаллергенность, но улучшает органолептические свойства. С точки зрения того, как гидролиз вообще применялся при производстве этих смесей исторически, то еще в работах 80-90-х годов выделяли 3 поколения гидролизаторов. Видите, что на первом этапе свободные аминокислоты в них составляли до 70%. Это как раз та ситуация, когда гидролизовали вот по максимуму, как то, сколько можно, чтобы только побольше. Естественный горечь, естественный вкус неприятный. Ну, а потом, по мере того, как усложнялись технологии, как получалось усовершенствовать технологии гидролиза, появлялись новые ферменты доступные, свободных аминокислот в гидролизаторах становилось меньше, вот третье поколение аминокислотных смесей, в них свободных, не аминокислотных, простите, лечебных гидролизатов, свободных аминокислот там всего около 20%, и этого достаточно для того, чтобы смесь выполняла свои важные свойства диетотерапии, аллергии к белкам коровьего молока, зато органолептика стала лучше. С точки зрения того, какие белки можно гидролизовать, ну, технологически очень многие, но в смесях детских молочных на сегодняшний день разрешены только 3 вида гидролизата – сывороточные белки, казеиновые белки и белки риса. Смеси на основе гидролизата белков риса в нашей стране не зарегистрированы, поэтому мы с вами работаем только 2 категориями продуктов, доступны смеси на основе гидролизата сывороточных белков и казеинов. В истории детского питания есть много попыток гидролизовать другие белки – и сои, и яичный белок, и картофель, и горох – но они все не получили дальнейшего своего распространения, и среди гидролизатов лечебных вот есть только эти 3 категории. Нам важно с вами понимать, в каком виде вообще бывают белки в природе. Есть 4 структуры белковых молекул. Первичная – это просто вот цепочка аминокислотных последовательностей. Есть вторичная, когда эта цепочка закручивается в спираль. Третичная – это такой же клубок сложный. Вот третичную структуру нужно нагревать для того, чтобы распространить
управлять белковую молекулу. Ну и самое сложное – четвертичное, которое встречается достаточно редко. Об этом важно помнить, потому что сейчас мы с вами поговорим об аспектах, которые больше относятся к историческим, но до сих пор они очень живучие, и они очень часто упоминаются и в литературе, и в презентациях, и в лекциях. Говорят о том, что казеиновые белки гидролизовать легче. Так ли это на самом деле? Вообще говоря, казеиновые белки среди всех белков коровьего молока, они наиболее простые, если так можно сказать, по своей изначальной структуре. Они практически не бывают в третичной структуре. Они организованы в виде мицел. У них нет дисульфидных связей между цепочками аминокислотных последовательностей, чтобы отражало их третичную структуру. И поэтому, в принципе, конечно, гидролизовать казеиновые белки легче. И это история, потому что казеиновые гидролизаты были первыми среди всех смесей для лечения аллергии к белкам коры и молока, именно потому, что на тот период времени другие белки гидролизовать просто не умели. Казеины было гидролизовать проще всего, вот их и вывели в качестве первого примера того, как могут выглядеть смеси для лечения аллергии к белкам коры и молока. Но это было давно, и сегодняшние реалии все изменили. Во-первых, технологии гидролиза стали другими, они очень усовершенствовались. Во-вторых, стали доступны разные ферменты, которых не было еще 15-20 лет назад. И сегодня на рынке есть достаточный выбор гидролизатов сывороточных белков, которые по своим гипоаллергенным свойствам не уступают казеиновым как минимум, а по органолептическим свойствам их превосходит, об этом тоже поговорим. Поэтому история о том, что казеины легче гидролизовать, и поэтому в них молекулярно-массовое распределение пептидов более благоприятно, то есть они менее аллергенные, чем гидролизаты современных сывороточных белков, не совсем правильная. Это ситуация прошлого. А вот вкусовые качества гидролизатов, к сожалению, сохраняют существенные различия, об этом мы с вами тоже еще поговорим. Всегда ли степень гидролиза казеиновых смесей выше? Но мы с вами уже сказали, что технологии сегодняшние позволяют нам создавать сывороточные гидролизаты, которые ничуть не уступают казеиновым. И вот эта работа известна, которая была опубликована в 2020 году, проводилась в 2019, где смотрели молекулярно-массовое распределение пептидов практически во всех гидролизованных смесях, которые на тот момент времени были представлены на рынке. Сывороточные отмечены голубым цветом и казеиновые отмечены желтым. Красная линия горизонтальная отрез 15% пептидов с молекулярной массой больше 1200 дальтонов. Почему именно такая молекулярная масса? Потому что считается, что пептиды вот с такой молекулярной массой способны обладать иммуногенными свойствами и вызывать у ребенка обострение процесса. Посмотрите, мы с вами хорошо видим различия. Да? Справа в группе третьей, где в смесях больше 15% белков имеют эту высокую молекулярную массу, больше 1200 дальтонов расположились продукты, которые, да, относятся к лечебным гидролизатам, но все-таки в них достаточно много крупных пептидов, что может вызывать неблагоприятную реакцию ребенка даже на фоне их первого введения. Вторая группа – это те смеси, в которых молекулярная масса пептидов с весом больше 1200 дальтонов менее 5%. 5-15%, 5-15%. И казеиновые гидролизаты, да, выглядят очень хорошо. Они относятся к той группе смесей, где количество пептидов с высокой молекулярной массой минимально, менее 5%. Но слева, посмотрите, расположились еще два гидролизата сывороточных. В них пептидов с молекулярной массой больше 1200 дальтон менее 1%. И вот это тот белковый компонент, который лежит в основе смеси NAN Expert Pro антиаллергия. Современные технологии позволяют гидролизовать сывороточные белки таким образом, что их гипоаллергенность не только сравнима с казеиновыми гидролизатами, но даже и превышает ее с точки зрения распределения пептидов. Можно посмотреть на это вот таким образом. Наноантиаллергия и казеиновый гидролизат. Посмотрите, вот эта графика показывает более точно, более понятно распределение пептидов. Менее 2500 дальтонов практически одинаково, 199%. А дальше различия меньше 1200 дальтонов, 99-97%. Меньше 600, 86% смесь наноантиаллергии и 78% в казеиновом, ну и менее 240 дальтонов, 34% в сывороточном наноантиаллергии и 22% в казеиновом. Поэтому эти различия, вот такие уж значимые между казеиновыми гидролизатами и сывороточными, они на сегодняшний день устранены, потому что технологии гидролиза, как я сказал, позволяют создавать очень эффективные сывороточные гидролизаты с очень хорошим молекулярно-массовым распределением пептидов, максимальной гипоаллергенностью.
Еще один вопрос, который витает, и который тоже очень часто обсуждают, который, кстати, можно прочитать в некоторых статьях, что при тяжелых формах аллергии казеиновые гидролизаторы работают лучше. На самом деле, с точки зрения вот доказательной медицины, тех исследований, которые есть в современной научной литературе, таких доказательств нету. И систематические обзоры, опубликованные польскими авторами в 2020 году, говорят о том, что нет рандомизированных исследований, которые бы сравнивали клиническую эффективность сывороточных и казеиновых гидролизатов, которые могли бы помочь утверждать, что казеиновые гидролизаты эффективны, чем сывороточные. Таких работ нет, и, соответственно, и говорить об этом на сегодняшний день тоже не приходится. А вот что касается вкусовых качеств лечебных гидролизатов, здесь, к сожалению, различия сохраняются, они существуют. Эта работа интересна тем, что здесь не мамы оценивали вкус смеси, как они очень любят это делать, они пробуют сначала сами на вкус, потом приходят к вам и говорят, да что за горечь, да это ребенку давать невозможно. В этой работе вкус гидролизатов оценивали сертифицированные панелисты, люди, которые проходили специальный тренинг для того, чтобы адекватно оценивать органолептические свойства продуктов. Первые три столбика слева – это цельная коробка, молоко, обычная детская молочная смесь и частичный гидролизат. Мы с вами видим, что красных сегментов практически нету. Это те люди, которые говорили, что вот это ощущение очень невкусное, просто невозможно есть. Желтые удовлетворительно. Дальше мы с вами видим 1, 2, 3, 4, 5 сывороточных гидролизатов. Здесь появляются уже красные сегменты, действительно они есть, потому что лечебные гидролизаты все, по сути дела, имеют горьковатый привкус, но вы видите, далеко не везде он одинаковый. Какие-то смеси хуже, какие-то смеси лучше. А вот крайние три столбика – это казеиновая смесь и две смеси аминокислотных. И здесь, кроме красного и желтого, то есть очень неприятно и неприятно, других оценок, собственно говоря, и не было. Но это такие особенности казеиновых белков, которые в процессе гидролиза становятся вот такими на вкусовые, по вкусовым ощущениям, по запаху. Но и аминокислотные смеси, безусловно, тоже не отличаются хорошими органолептическими свойствами. А сывороточный гидролизат вполне себе приемлемый. И, собственно говоря, по работам вот известного эксперта в области формирования вкусовых привычек и предпочтений у детей Джулии Менеллы, чем раньше ребенку вводится лечебный гидролизат, тем выше вероятность того, что он его воспримет без проблем, особенно если это касается детей первых 2-3 месяцев в жизни. Поэтому не надо пытаться легкие формы аллергии лечить какими-то другими смесями, для этого не предназначенных, все равно вернетесь к лечебному гидролизату. Важно сразу начинать лечение правильно, и вот сывороточные гидролизаты, безусловно, имеют преимущество в плане органолептических свойств. Когда мы назначаем диетотерапию ребенку с аллергией к белкам коровьего молока, нам надо помнить о том, что ребенку-то надо еще и расти при этом. Первые 1000 дней не встают на паузу, у ребенка не останавливается отсчет времени, который отведен природой на программирование его роста и развития. И надо помнить о том, что выбор субстрата для питания ребенка будет во многом определять и направленность метаболического ответа. По данным наших с вами соотечественников, авторов из Санкт-Петербурга, которые публиковали эту работу в 2020 году, они посмотрели на 57 детей в возрасте от 6 месяцев до 14 лет. Все дети были с гастроинтестинальным проявлением пищевой аллергии, и они оценили их с точки зрения физического развития нутритивного статуса. Цифры очень впечатляют. Задержка роста у 65% на фоне диетотерапии, дефицит массы тела у 63%. Даже дефицит жировой и безжировой массы тела практически у всех детей. Дефицит нутритивный статус, который можно оценить, это достаточно просто, почти у половины случаев, но и, к сожалению, даже такие вот глубокие признаки нарушения нутритивного статуса в виде гипоальбуминемии, лейкопении, лимфопении, дефицита витамина D выявлялись достаточно часто. Здесь есть два аспекта. Первый – субстрат, который мы выбираем для ребенка для лечения аллергии к белкам коровьего молока. И второй – своевременное сведение прикорма и каким образом прикорм вводить, и как понять, что ребенок готов к введению прикорма. Сразу скажу, что мы с вами об этом в следующую субботу поговорим более подробно. А пока давайте с вами посмотрим на то, как мы оцениваем физическое развитие детей, которые проходят у нас с вами диетотерапию аллергии к белкам коровьего молока. Часто можно видеть удовлетворительные прибавки массы тела. Вот такой гидролизат удовлетворительной прибавки, вот такой тоже удовлетворительной прибавки массы тела. Масса тела – показатель, безусловно, важный, оценивать его нужно, потому что состав тела у детей оценивать сложно, это доступно только в самых высокотехнологичных центрах. Для иллюстрации того, каким образом масса тела не всегда отражает
тонкости состава тела ребенка. Вот пример вполне себе из реальной жизни. Два условных человека с одинаковым ростом, одинаковым весом и с одинаковым, соответственно, индексом массы тела. Но в первом случае содержание жира в организме 5%, во втором 30%. И, безусловно, вариант слева кажется нам более предпочтительным. Но масса тела у них совершенно одинаковая, и даже индекс массы тела тоже. У маленьких детей на протяжении первого года жизни состав тела меняется. И если в последнем триместре беременности, в первые 1-2 месяца жизни для них физиологично накопление жировой ткани, поскольку это терморегуляция, это энергообмен, то потом ребенку нужно замещать жировую ткань на тощую. Это и есть процессы роста, физиологии и метаболического программирования в том числе. Прибавки массы тела на разных гидролизатах тоже будут отличаться. Вот одна из работ, в которой сравнивались просто прибавки массы тела у детей, получавших сывороточные либо казеиновые гидролизаты. И прибавки массы тела на фоне приема сывороточных гидролизатов выглядят более предпочтительными в сравнении с казеиновыми. Но это ведь только масса тела. Мы с вами сказали, что и состав тела надо учитывать. Здесь надо вернуться к грудному молоку, к нашему с вами золотому стандарту. И даже если аллергия к белкам коровьего молока развивается у ребенка на исключительно грудном вскармливании, мы ведь не отменяем грудное молоко. Мы назначаем элиминационную диету мамы и не отменяем его именно потому, что мы понимаем, это золотой стандарт, ничего лучшего придумать нельзя. И если мы говорим с вами об аллергии к белкам коровьего молока, то мы назначаем ребенку смесь, в которой модифицирован именно белковый компонент. Но это не значит, что этот белковый компонент не должен быть приближен к белковому компоненту молока грудного. А в грудном молоке сывороточных белков как минимум 70%. И это не просто так. Сывороточные белки по своему аминокислотному профилю ближе к мышечной ткани в сравнении с казеиновыми белками. В них больше аминокислот с разветвленной цепью, которые обладают анаболическим потенциалом. И поэтому с точки зрения накопления тощей массы сывороточные белки выглядят более предпочтительно, но и в конце концов они составляют подавляющее большинство белков молока грудного. А вот казеиновые белки, в соответствии с данной вот одной из работ, она единственная на сегодняшний день опубликована, но здесь как раз и попытались посмотреть, как разные белковые фракции влияют на формирование состава тела детей на протяжении первого года жизни. И выяснилось, что казеины как раз-таки способствуют накоплению жировой массы тела, но негативно сказываются на накоплении массы тощей. Поэтому, конечно, с этой точки зрения это заставляет задуматься о том, каким образом подходить к выбору субстрата в смеси на основе высокогидролизованных белков для диетотерапии детей с аллергией к белкам коровьего молока. Новые работы приносят вот новые поводы для размышлений, и вот такая роль казеинов, она, конечно, выглядит не очень благоприятной. Но, и, видимо, поэтому в грудном молоке сывороточных белков так много, а казеиновые белки представлены в небольшой фракции. Как вообще создаются лечебные гидролизаты? Ну, вообще, этот процесс очень сложный, процесс не одного, и не двух, и не трех, и даже не пяти лет, потому что на первом этапе надо вообще выяснять, что мы хотим создать. Это изучение научных данных, это изучение технологических возможностей, это изучение возможностей, в данном случае, ферментов, которые можно использовать для приготовления этого гидролизата. Дальше очень много времени уходит на создание дизайна самой детской молочной смеси. Безусловно, здесь надо учитывать не только эффективность смеси в плане диетотерапии аллергии к белкам коровьего молока. Здесь надо учитывать и возможное влияние смеси на параметры роста и развития ребенка. И в данном случае, конечно, это о сывороточных белках. Какие-то дополнительные функциональные компоненты смеси, которые могут сделать смесь более эффективной и с меньшей вероятностью вызывать обострение у ребенка, тоже формируются на этом этапе. И все это, конечно, тоже занимает очень и очень много времени. Дальше приходит время клинических исследований инвитро, потом инвиво, лабораторные животные, только потом исследования на детях. После чего смесь выходит на этап регистрации, где уполномоченные органы, в нашем случае это Роспотребнадзор, Институт питания или Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, выносят свой вердикт о соответствии смеси критериям, предъявляемым гипоаллергенным смесям. И на каждом этапе производство смеси, конечно, обязаны производители отслеживать пептидный профиль готового продукта с тем, чтобы не допустить никаких колебаний, поскольку смесь предназначена для очень чувствительной категории детей, для детей с аллергией к белкам коровьего молока. Вот таким образом выглядит этот круг, таким образом и создавалось
смесь, которую сегодня вы знаете как смесь NanoExpert Pro антиаллергии. Это совершенно новый продукт в нашем портфеле. У нас не было в линейке смеси NAN, смеси для лечения аллергии белкам коровьего молока. И это смесь, которая обладает важными преимуществами на каждом из этапов диетотерапии. На мой взгляд, это очень важно, потому что вы ведете ребенка через три основных этапа – диета-диагностика, диетотерапия и этап расширения рациона. На каждом из этих этапов вы должны быть уверены в том, что вы дали ребенку самое лучшее. Потому что на этапе диетодиагностики вам важно назначить продукт, который с минимальной вероятностью вызовет у ребенка обострение. Учитывая те данные, которые я вам показал относительно пептидного профиля этой смеси и того факта, что в нем потенциально иммуногенных пептидов содержится менее 1%, с очень высокой долей вероятности вы можете рассчитывать на успех. Ну а то, что это 100% сывороточные белки, это безусловное преимущество в отношении обеспечения адекватных параметров роста и развития ребенка, не только массы тела, но и состава тела тоже. На этапе диетотерапии важно понимать, что и воспаление, и нарушение целостности эпителиального барьера являются теми факторами, которые во многом обеспечивают успех в достижении ремиссии и в сохранении стойкой ремиссии. И это учитывается в составе смеси NanoExpert Pro антиаллергия, противовоспалительные липиды, докозагексаеновая жирная кислота, известная своими противовоспалительными свойствами, а также гамма-линоленовая жирная кислота, которая усиливает противовоспалительный эффект DHA и таким образом снижает активность воспаления в кишечнике. Ну и, безусловно, эпителиальный барьер кишечника, входные ворота для аллергенов. Нам важно максимально быстро привести его в норму и сохранять на этом уровне достаточно долго, чтобы сгенерировать у ребенка иммунологический покой в кишечнике и дать возможность иммунной системе успокоиться, сформировать вторичную толерантность. Для этих целей в смеси NanoExpert Pro антиаллергии есть нуклеотиды, причем содержание их самое высокое среди всех подобных смесей на рынке. И нуклеотиды, безусловно, нужны для поддержания целостности эпителиального барьера кишечника. Соответственно, они помогают быстрее восстановить барьерную функцию, быстрее достигнуть ремиссии. И все это позволит вам максимально эффективно начинать диетотерапию, максимально быстро достигать ремиссии и делать ее максимально стойкой. В смеси нет лактозы, поэтому в первую очередь она предназначена для тех детей, у которых есть гастроинтестинальное проявление пищевой аллергии, которые часто сопровождаются вторичной непереносимостью лактозы. Мне кажется, она должна занять такое вот достойное место в вашем портфеле продуктов для лечения аллергии белкам коровьего молока. Очень интересный продукт с очень интересными свойствами. Но это не все, что я хотела о ней рассказать, потому что в следующий раз мы с вами поговорим на очень интересную тему. Что же происходит в кишечнике у ребенка с аллергией к белкам коровьего молока? Каким образом работает или не работает тот самый эпителиальный барьер? Можем ли мы с вами на это повлиять? И каким образом те или иные компоненты в детской молочной смеси для лечения аллергии могут вам помочь справиться с проблемой аллергии к белкам коровьего молока максимально эффективно, учитывая те невидимые события, которые на самом деле играют очень и очень существенную роль в течение аллергии к белкам коровьего молока. И NanoExpert Pro антиаллергии и здесь будет вам очень интересно. Я вам расскажу новые интересные вещи. Спасибо вам за внимание. Для тех из вас, кто хочет узнать больше, кто хочет послушать интервью с Нелли Григорьевной Приходченко, разработчикам нового алгоритма с новыми маркерами, о которых мы тоже с вами поговорим в следующий раз. Как оценить эффективность вашей терапии, диетотерапии? Как понять, что ребенок готов к расширению рациона? Как действовать в случае неудачи? Все это мы вам расскажем в следующий раз. Все это вы сможете прочитать на нашем сайте nestlenutritioninstitute.ru. Все бесплатно. Заходите, регистрируйтесь, читайте, получайте новую информацию, получайте от нас ежемесячную рассылку. Ну, а мы с вами встретимся в следующую субботу и поговорим о новом интересном аспекте диетотерапии аллергии к белкам коровьего молока у детей. Спасибо. Я беспокоюсь и забочусь о тебе каждую минуту. Когда ты спишь, когда проснулся, когда улыбаешься или плачешь. И мне важно давать тебе только лучшее. Мой выбор – молочко NAN3 с новой формулой. Олигосахариды грудного молока и пробиотик Биэль укрепляют иммунитет малыша. А белок OptiPro помогает здоровому росту. Без пальмового масла. NAN3. Забота, которой я доверяю.